Всем привет, с вами Лекс, и сегодня я решил вам показать такую игру, как Next Car Game. Так вроде игра называется, это от создателей Flatout. Да, это две разные игры, но ничего. И соль в чем этой игры? Соль в том, что, как помните, создатели Fallout нас радовали отличной разрушаемостью и отличной динамикой именно в плане машинных гонок и машинных действий, не знаю, как по-другому вам сказать. И, в общем-то, вот она, сама игра. Это демо, демо-версия этой игры, чтобы проверить разрушаемость и вообще сам движок, почувствовать на себе движок самой игры. Сделано просто на пятерку. Как помните, то, что Багбир в последнее время очень плохо себя чувствует. В том плане, что их последняя игра в Flatout 3, ну, по моим, так скажем, по моей информации, которую я знаю. Блин, как тут заехать? То, что именно Багбир, или как, почему Багбир, может его по-другому называется, эта компания, вон там вроде написано Багбир, я прям молодец. И вот, то, что Багбир на самом деле потерпели крах, не знаю по-другому выразиться, потому что, выпустив Flatout 3, они не, почти никакие копейки не сработали, не заработали с этого Flatout 3, потому что он был сделан и оценен игроками как самое худшее из частей Flatout. Честно скажу, я абсолютно согласен, потому что мне вообще не нравится. Flatout 3, Flatout 2 был офигеннейшей игрой, я в него зависал довольно-таки долгое время. Вот не понимаю, это сидит человек или сиденье? Вроде сиденье. Нет, не может быть сиденье. Человек в очках сидит. Вот, здесь даже какая-то... Хотя, может, это сиденье, может, мне кажется. Ладно. Проверим разрушаемость. Оп. Оп, оп. Не, ну это красота. Это просто красота. Здесь можно останавливать время. Не знаю, зачем это сделано. По сути, для того, чтобы посмотреть разрушаемость. Вот на F нажали. И вот смотрим, что у нас творится вообще с нашей машиной, с машинами, которые рядом. Ну, как видите, все очень печально для машины. Так, все восстановим себе. Не, красиво сделано. Все абсолютно красиво. Давайте с вами просто проверим движок самой разрушаемости. Насколько это красиво. Вот, например, стоят бочки. И вот теперь бочек нету. То есть физика этой игры просто ошеломляет, не знаю, как по-другому это выразиться. Потому что действительно, Багбир умели удивить только своей максимальной разрушаемостью в играх. В таких играх, где она в основном-то не сильно-то и требуется. Гонки есть гонками. Как помните, ни в одном из Need for Speed'ов Underground'ов разрушаемости особо-то и не было. Но всем она нравилась как гонка. И вот когда вышел Flatout, все ее полюбили именно из-за разрушаемости. Любили, когда вылетал водитель из нашей машины. Все радовались и писали кибитком от того, что как это все красиво выглядит. Ну посмотрите, что осталось от моей машины. Осталось-то много. И самое главное, что здесь, наверное, не доработали еще то, что она может ездить в любом случае. То есть, смотрите, давайте даже в эту катапульту залезем. Все, полетели. Даже я сейчас буду в полумертвом состоянии. Но самое веселое, что ездить я смогу. Там двигатель,
все механические части раздроблены, которые возможны. Но самое веселое, что ездить я все равно могу. Но это, наверное, специально сделали разработчики, не давались такую, такие детали, как механика. То есть, когда мы, к примеру, ну что происходит, давайте reset car. Блин, мышки нету, очень проблема. Repair all. Самое веселое, что repair all нажимаю, а repair только я в итоге. И вот. Забыл, о чем я говорил, но вы сами все видите, игра говорит сама за себя. То, что действительно стоит ждать от нее большего, чем от того же самого Flatout 3. В принципе, все, кто ждали чего-то от Flatout, понимают, что Flatout никчемен, третья часть. Вот такая вот, значит, у нас игра. Что в конечном итоге получится, пока что неизвестно. Ох, как красиво это все происходит. Давайте еще куда-нибудь с вами так под молоточек еще встанем. Игра называется Next Car Game от создателей Bugbear. Можете зайти на сайт Bugbear и сделать предзаказ этой игры. Тем самым вы поможете разработчикам больше денег уделить и внимание в создании этой игры. Потому что благодаря вашему донату они будут... У них будет какой-то стимул, по крайней мере, делать игру. Все, я последний раз делаю прыжок веры. И мы с вами прощаемся. С вами был Лекс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в игры. Играйте в гонки, играйте в экшены, играйте во все, что вы любите, точнее, во все ваши любимые игры. Так что, всем удачи, всем пока.